Эй, ну где же вы, мои маленькие? Вам не спрятаться от меня. Я все равно найду вас. Выходите, папочка ждет вас. Долго мы здесь не протянем. Они уже повсюду. Тут тоже не осталось никого. Уже все заражены. Я думаю, мы не найдем уцелевших. Да, ты прав. Нам нельзя сдаваться. Мы сможем что-то придумать, даже если придется вернуться для этого в прошлое. Ладно, уходим отсюда. Опять убежали, мои маленькие. Но ничего, скоро вы не сможете убежать. От нас с папочкой никто еще не убегал. Что, опять кошмар? Да, но ты не бойся, со мной все в порядке. Пойду попью воды. Пойти с тобой? Нет, не надо. Я же сказала, что я в норме. Да. Прошло уже 3 года с того момента, как мы чудесным образом вернулись из будущего и снова стали людьми. Но меня не перестают мучить кошмары каждую ночь. Я понимаю, что это всего лишь сон, но мне как-то не по себе. Да, мы с Беном поженились, и у нас все хорошо. У всех у нас уже свои семьи. У Фрэнка, у Майка с Меган. Мы видимся иногда, но стараемся вспоминать о том, что было 3 года назад. Все ведь так счастливы. Такое ощущение, что мне только одной снятся эти кошмары, как будто намекая о чем-то. Не знаю, может, я себя накручиваю, и просто надо перестать думать об этом. Да, скорее всего, так и есть. Это всего лишь плод моей фантазии. Думаю, все будет хорошо. Ну ты как тут? Все в норме? Да, просто задумалась. Пойдем спать. Просыпайся, Афтон! Что? Кто здесь? Я тот, кого ты когда-то освободил. И я пришел вернуть тебе должок. Кто ты? Я никого не освобождал. Ты ошибаешься, Афтон. Я вернулся к тебе, чтобы ты мне помог отомстить им. Надо освежить тебе память.